Мне на плечи кидается век волкодав. Я когда слушала реплики актеров, постоянно узнавала какие-то собственные мысли и начала вспоминать, это я рассказывала или не я рассказывала. Анна – жена узника Болотной, антифашиста Алексея Гаскарова, приговоренного к 3,5 годам тюрьмы, явно смущена новой ролью. Быть соавтором пьесы «Болотное дело», поставленной театром «Док» по мотивам интервью с родственниками фигурантов уголовного преследования, оказалось труднее, чем бороться за свободу собственного мужа. Даже когда тебя дословно цитируют, все равно присутствует интерпретация режиссера и сценариста, и мне казалось, а вдруг там вытащит самые какие-то дурацкие мои цитаты, и все это как-то будет выглядеть совсем не так, как оно есть. Спектакль «Болотное дело» – это история не столько фигурантов самого громкого политического процесса в новейшей истории России, сколько преломления их судеб через воспоминания близких людей. Актеры театра «Док» ничего не играют, они просто живут в мизансцене почти чеховской дачи, произнося тексты, не выдуманные драматургом, а аккуратно расшифрованные из диктофонных записей. Ну а как можно не увлечься людьми, сестрой, которая, значит, заботится о брате, девушку, которая связывает свою жизнь с заключенным, родители, которые стараются понять то, чего они не понимают. То есть это вот, ну, реально какая-то вот все равно гимн любви, гимн семье. Драматург Полина Бородина словно бы дает понять, что не имеющие сил что-то изменить в болотной истории общества пытается забыть этот кошмар. Однако есть узники и их близкие, для которых сюжет никогда не закончится. Они будут дружить, когда выйдут, что они будут как родные люди, и как бы взгляды друг с другом не разнились. Они будут уважать мнение друг друга. На годы с тебя разлучили с твоим сыном, с твоим возлюбленным, с твоим внуком, и ты его больше не увидишь. То есть это вот такие вещи, которые, ну, действительно, они очень-очень внутренние, очень-очень, ну, правдивые. Это правда. И еще один важный момент, который в спектакле не показан явно, но в котором содержится главная страсть. Приятное, наверное, во всем этом, что психологически, когда ты видишь, что человек, которого ты ждешь, сам остается сильным и честным с собой, со всеми. Как бы это придает очень много сил. Ты понимаешь, что все не зря. Андрей Королев, «Настоящее время», Москва.